Ну что, размялись, ощутили прилив сил? Отлично, чтобы закрепить эффект, прямо сейчас спортивные и околоспортивные новости. В России стремительно набирает популярность новое спортивное направление – кроссфит. Как утверждают сами кроссфитеры, это занятие есть не что иное, как философия физических упражнений, включающих в себя элементы пауэрлифтинга, гимнастики и аэробики. При большом стечении участников в Москве состоялся розыгрыш очередного этапа Гран-при, где всем претендентам на главный приз пришлось работать со штангой, забираться вверх по канату и прыгать через скакалку. У мужчин палитра упражнений была украшена жимом двухпудовых гирь, а женщины занимались с гантелями. Стоит отметить, что многие спортсмены пришли в кроссфит из профессионального спорта, в том числе и победители Анна Казьмина и Сергей Колтовской.